ТЭЦ-3 в Астане введут в эксплуатацию уже в этом году. Работы на объекте выполнены на 90%. Запуск всех 4 газовых котлов планируется поэтапно. Это даст столице прирост мощности в размере 440 гигакалорий в час. Глава Кабмина Алихан Смаилов проинспектировал объект и поручил своевременно ввести его в строй. Затем премьер-министр посетил газовые теплостанции Туран и Юго-Восток. Каждая из них будет выдавать по 350 гигакалорий в час. Причем станция Юго-Восток призвана полностью охватить район Левобережья. Новые объекты оснащены малыми котлами, что позволит экономичнее потреблять природный газ. К тому же они смогут работать и на дизеле. В целом ТЭЦ и 2 газовые котельные дадут городу около 1100 гигакалорий в час, а значит уже в этом отопительном сезоне появится профицит тепла. Однако на достигнутом в городе не собираются останавливаться. В следующем году планируется реализация дополнительных газовых котельных.